Вітаю вас. Я Сав'ян. Сав'ян? Сав'ян. Ого, який стиль, який лук, епатаж. Спасибо. Роб Фельдман. Я тут, щоб підтримати мого найліпшого сусіда, друга Діму. Отже, Діма чи Сав'ян, правильно? Правильно, Сав'ян. Діма – це 4 ошибки в слові Сав'ян. Продюсерский диван у вас. Ну, тут никакие контракты не заключишь на нем. Неудобно ручкой писать по нему. Я выбираю громкую музыку. Потому что тихих криков с меня уже достаточно. Я берег себя для поздней популярности. Я долго думал, идти в это шоу или не идти, но... Однажды поздно вечером я возвращался домой, и неподалеку от кустов я услышал женский плач. Я спросил, чем я могу ей помочь, она говорит, ну, уже ничем. Выяснилось, что она хотела попасть на концерт Олега Винника, купила перекупщиков билет, и тот оказался фальшивым. И я начал петь. И вы не представляете, на ее глазах стали высыхать слезы. И эта женщина, она меня обняла, она в знак благодарности подарила мне цепочку своего запястья. Вот она со мной теперь всегда. Храню ее. Серебро. И я понял, что это моя миссия. Моя миссия – дарить людям улыбки, радость от моей музыки. Вот. Я пришел домой такой воодушевленный, но родители и близкие, они меня не поддержали. Ну, мол, посмотри на себя, тебе уже 35, слишком поздно. В общем, я впал в очень жесткую депрессию. Настолько жесткую, что я поставил себе ТикТок. И тут я наткнулся на одного такого зрелого мужчину, это оказался Михаил Поплавский. Я увидел, как он танцует с полуголыми своими студентками. И тут я понял, что никогда, никогда не поздно взять, удалить ТикТок и начать работать. И из пандемии я вышел не только с антителами, но и с новой часовой программой под названием «Неограненный алмаз». Но сегодня по правилам можно спеть только одну песню, поэтому сегодня будет такой, знаете, мини-пробник, стразы из перехода. Вау! Здравствуйте! Прежде чем я скажу, как меня зовут, я попрошу поаплодировать всех тех, кто меня знает. Давайте не будем начинать наши отношения со лжи, вы меня не знаете. Я готовился к поздней популярности, я 35 лет жил только для себя, а следующие 35 лет я буду жить только для вас. Меня зовут Сав'ян, я музикант, артист. Привіт, Сав'ян, надихаючий початок. Ви сьогодні будете виконувати авторську композицію? Звісно, я... Можливо, у вас є якісь хіти? Звісно, є. Які? Вы один из них сейчас услышите. А как будет называться композиция? А вы узнаете в припеве. Это будет песня про любовь. Про любовь. Все я люблю. Эта песня только для тех, кто любил. И для тех, кто собирается полюбить. То есть она для всех. На губах моих давно ты не была, увы. На футболке белой до сих пор храню следы твоей любви. В парке на скамейке ты дарила наслаждение мне. На нас смотрели дети, удовольствие росло вдвойне. Но мы не вместе, мы не вместе с тобой. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко от меня. Шаурмяшка, шаурма. Шаурмяшка, шаурма. Кто-то говорит, что от тебя в желудке будет дыра. Ну, там, ну... Мне даже не смешно.
слухай, ну, але бачиш, людям подобається. Тащу тебе з собою туди. Будем вместе падать в пропасть, я твой верный экипаж. Вместо парашюта ты раскроешь свой лаваш. Мы будем вместе, будем вместе с тобой. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Все вместе! Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко, без тебя мне нелегко. Шаурмяшка, шаурма, я скучаю без тебя. Но ты очень далеко от меня. Шаурмяшка, шаурма. Спасибо! Я люблю вас больше, чем шаурму! Ну, я почну. Це ви серйозно займаєтесь цим? Ну, цим музикою? Знаєте, як все починалось? Починався карантин, було дуже багато свободного часу. И я записал короткий карантинный хит под названием «Кухня, спальня, туалет». Выложил его в Инстаграм, он так завирусился. А він круче, ніж цей хит? Он короче. Вот, потом запретили продавать шаурму в городе, и тогда вот... Шаурмашка родилась. От необходимости, да. Так, тут вы за фахом кто? Музыкант. Я такой специалист широкого профиля. Еще я актер. Актор, а расскажите, будь ласка, вы десь грали? Сериалы, кино? Да, были такие сериалы, но давайте о хорошем сегодня. Ну, знаете, я скажу такую штуку, что для меня хитом тут не пахло. І я не розумію, чому аудиторія зараз ви... Я бачив, що не всі, але там багато піднялось. Класно? Чим? Ну це не професійно, це не рівень, це не розкачує. Не знаю, Жень, мені здається, він розкачав аудиторію, раз усі встали. Це шоу «Україна має талант». І відверто кажучи, ну, я не знаю кращого майданчика в країні, де можна себе проявити. Ми тим і крутіше показуємо різноманіття. Чи місце вам у фіналі «Україна має талант»? Категорично ні. Це моє слово. Сергій, в качестві сладкого послевкусія я би хотів предложити вам експеримент. Про що мова? От скажіть, от любое название пісні, яку би вам хотілося б послухати, от прямо зараз. Просто от придумайте любое название. Пісня має назву Мішина Not Today. Мішина Not Today. Окей. А Ксенія, про що буде пісня ця? Про кохання, звісно. Так, це пісня про любов, Мішина Not Today. Not Today. Ні, це не про кохання, робота. Вибачте. Це про а вже пізно, так? Все. Це про дощ. Чоловік працює. Про що? Про дощ. І так. І так. Песня под названием «Мишина Not Today» исполняется впервые, эксклюзивно. Про дождь. Кап-кап-кап. Я выглянул в окно. Там лужи. Понимаю я, что никому не нужен. Идет дождь, гремит гром, а Мишина меня не пускает в свой дом. Not today, говорит мне Савьян. Not today, говорит мне Савьян. Не сегодня, не сегодня, не сегодня. Но не понимает ее знаков Савьян, не понимает знаков Савьян, потому что льет дождь, потому что очень громко. Кап-кап-кап.
Це була повна імпровізація. А чому ви з цього не розпочали? А це щось би змінило? Це дуже симпатично і це круто. Але даруйте, ну це точно не рівень змагання серед десятки найкращих у фіналі «Україна має талант». Я рад, що моє впечатлення о вас в фіналі стало чуть краще. Я хотів, щоб після моєго уходу у вас було хороше настроєння. Сав'ян, дивіться, ви подарували нам радість, настрій, що я почула, що ви можете бути красивим. Просто красивим. Не сумуй, тому що я ж кажу тобі так. О, Євген, ну, я вже вирішив. Я вам скажу ні. Дякую вам, що ви прийшли до нас. Спасибо. Ви хотіли, щоб коли ви підете зі сцени, у нас був настрій кращий, ніж до того, як ви на ній з'явилися. Вам це вдалося. Ми хотіли, щоб нашим глядачам було весело і щоб ми показали різноманіття. І це теж вдалося. Вважаю, що гештальт закрито. Спасибо. Красава. Як ти прокоментуєш рішення суддів? Ну, у меня уже есть один человек в блэк-листе на мои концерты. Это кто? Пусть это будет загадка для судей. Один из трех, да? Ну да, да, да. А два прекрасных человека, я их жду на все свои мероприятия. Ну, половина, окей, зараз встала, но... Не половина. Там, дивися, там посеред тих дітей, які повставали і стрибали, бо шаурмяшка-шаурмяшечка біля станції метро влітку. Я навіть не хотів розказати історію, як ми з малим шаурми купили і потім регали далі, як бачиш. А я дивлюся по боках, і дорослі люди сиділи отако. Розумієш, отако. Ну, тобто, ну якийсь такий сором. Це, можливо, знаєш, вже різниця поколінь. Так? Кожен з наших учасників володіє унікальною суперсилою. А яка суперсила є у тебе? Спонсор показу «Київстар».